Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Зомби Кэтчер, охотники на зомби. Такс, ага, мы получаем с собой 39 уровень улучшения. Это курочка и 2 плутония. Так, погоди секунду. Угу, нам нужен... Подожди. Вот. Что я делаю? Курица, да? Так, нам нужно... Нам надо было улучшить. Ать, денег-то нету. Блин, и продать еще что-нибудь на 1500, блин. Короче, ну деньги, ладно, деньги сейчас будут. Мы заработаем. Так, нам нужен этот чай. Зомби найдены. Блин, ну раз там нужен будет чай, это нам надо будет отправлять, ребята, их куда? Да, правильно, их надо будет отправлять сюда. Используй этого зомби. Ну что, я пошел. Пошел ловить. Как обычно. Ну, подбитый, вот. Значит так, вот сюда я поставлю. Здесь я типа спрятался. Чего захотел, желтопузый? Да, конечно, ага. Мечтай. Так я тебе и позволю здесь убежать. Двоих сразу. Изи уровень, на самом деле. Так, мы получили с тобой медальку. Зомби. Ага. Так, ну что? Я зайду, наверное, друзья, в кафешку. А, у нас задание же еще. Так, попади несколько раз зомби в голову. Докажи свою меткость. Поменять. Так, на чьей стороне мать природа? Похожься на змей, тучи мышей, крабов и прочую живность. Во, это для меня, ребят. Это для меня. Так, и продолжаем охоту. Ловить зомби. Так. Поменяем с тобой оружие. Давай, выходим отсюда. Желтуха. А второй кто? Опять желтуха. Желтопузые. Да ну, нафиг, брось ты. За молоточек свой схватился. Последний. Желтуха. А, всех поймали. А чё так мало зомби дают? 5 всего лишь. Продолжаем охоту. Так, пойду я, наверное, сюда. На дополнительный уровень. Чайный таун. Вот тут, наверное, ребят, лучше все-таки сетку использовать, что-то мне кажется. Да, ага. Ох, подожди. Поймал я его. Да как, что ты делаешь-то? Не поменял оружие, как всегда, ребят. Что, надо лететь? Блин, ну дофига я слишком. Пум. Да ты взлетать-то будешь сегодня или нет? М-м-м,
Ладно, сделаем немножко по-другому. А все, друзья мои. Поймал, по-моему, всех, ребят, никого не упустил. Нет, все-таки кого-то пропустил, потому что мне медаль не дали. А кого я мог пропустить? Непонятно. Такс, ну что, здесь у нас это. Ага. Подожди, дай-ка я все-таки, наверное, их сюда перемещу. Вот этих вот. Нам нужно в снег. Болото. Ну, пойдем. Нафиг ты краба ты этого мурыжишь. Я почему-то так и думал, что именно эта говнюха вылезет. На всякий случай так попробуем. Так, этого ушатал. Да ладно тебе. Угу, закончилось, да? Тынь-тынь-тынь, такой идет довольный. Гад, но он успел динамитом своим швырнуть в меня. Я, наверное, сюда вот поставлю. А вот здесь я всех выловил. Поэтому медальку я зарабатываю. А кого же я там-то пропустить смог? В Чайнатауне. Ой. А, в Чайнатауне, ребята, мы с вами... Там же не дают медальку. Да. Я только сейчас вспомнил, что там медалей нам не дают. Обнаружены зомби. Конечно же, сразу ловить. Друзья мои, как только обнаруживаются зомби, я сразу приступаю к их истреблению. Прикинь, как круто получилось. Я прям сам не ожидал. Блин, офигеть, у него взрыв, конечно. Так, птичка, иди сюда. Даже пеликан у нас, да? Пипец. Даже пеликан уже поймать не могу. Да? Ты... А, краб не успел убежать. Ой! Прямо в голову ему на побегушках. Хмырь. Так, еще два зомбика у нас. Ну, я одну ловушку здесь, наверное, поставлю. Ну, а здесь даже можно не париться. Есть контакт. Слушай, хорошо я здесь разобрал. Так, а больше я не смогу продолжать охоту, потому что... Нету ничего. Улучшить зомбовыжималку, да, нам надо было. Первое задание. Пошел я ее улучшать. Угу. Улучшим ее сейчас, как же. Не получится, ребята. Не получится. Тут ингредиентов, к сожалению, нету. Да, очень долго буду делаться. Но зато. Сколько нам? Да нисколько. Нафиг я сюда заказал, ума не приложу, блин. Я просто посмотрел сюда, я подумал, что нам нужно курица. А на самом деле нужно улучшить ее. А, так нам и чайную нужно улучшить просто. Блин, и сюда еще 25 надо, да? Слушай, ну тогда надо будет с тобой что-то продавать. Нам надо заниматься продажами.
Ну это сколько? Это мало. Маловато будет. Сюда вот бабку показывают. Можете бабку применить. И все равно этого мало будет. Ну, денег, может быть, конечно, мы получим 25 тысяч. Ну, я имею в виду не получим, а накопим. А вот где мне летучих мышей уничтожать? Я не знаю, ребят. Да нигде. Нигде. К сожалению. Ладно, друзья мои. Такая у нас коротенькая сегодня получилась серия. Но зато я думаю, что, наверное, в следующий мы все-таки прапаемся. Может быть. Если продадим товары. А мы в любом случае должны будем продать. И нам надо будет улучшить зомбовыжималку куриную. И тогда у нас будет новый уровень. А на сегодня тогда все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.